Здравствуйте, с вами Олегович, это канал Best Video Games. Мы продолжаем игру Alien Isolation. Уровня Омега. Так, все перезарядили. Так, а тут что? Мы еще не стреляли. Клей, шприц, сенсор. Окей, так, открываем. Оп, и открыт. Обходной путь уже практически найден. Надо посмотреть, в чем дело. Вам сюда нельзя. А я не хочу сюда. Серьезно? Надо. Дальше. Тишина. Так, срочно надо перезарядить. Вроде больше никого нету. Что ты там закыкал-то, бедолага? Куда это мы вышли, ребята? О, блядь, а мы вышли... Опять в какие-то дебри. А-а-а. Понял. Открылась дверка. Или они тут потушили вот этот огонь, походу, да? Наверное, потушили. Так, патронов у нас становится все меньше и меньше. И это меня начинает волновать. Опять тут кто-то мертвый лежит. Так, а тут что у нас? Да, я думаю, да, нам туда идти надо. Давайте посмотрим, а что здесь. Что-то интересное. Оп, открыли дверьку. А, это в одно из этих вот помещений мы пришли, понял. Так. Патроны. В живой башне Соломон вы найдете все, чтобы почувствовать себя как дома. К вашим услугам, галерея Соломон. Так, а это куда нас ведет? Это мы вылезли. Ага, в одном из этих вылезли. Хорошо. Так. Что тут еще есть интересного? Да, это как раз те две комнаты, которые не открывались. А это что такое? Компьютер. Какие у вас планы? Угроза безопасности. Общий Севастополь. Понятно. Аудио. Я в лагере у торгового центра уже около суток. Люди напуганы, но все еще верят, что Уэйд сможет прикончить эту тварь. Они забыли о других опасностях. Они вообще забылись. Отбирают друг у друга еду и воду. Я не могу здесь оставаться. Понял. Папка повреждена. Отлично. Так, это что у нас тут? Так, это мы вышли там, где мы и были, да? Да. Все правильно. Так, здесь больше ничего интересного нету. Двигаемся дальше. Так, здесь мы вышли. Так, а тут что у нас? Ага. Заложили нам тут проход. Ой, вот это вот мне не нравится, когда он так лежит. А че по нему не могу ударить? Ну, глаза у него, конечно, не красные, но... Вот, что я и говорил, блядь. Что-то странное, я его бил. На, сучка, сдохни, блядь.
Я вас искал, блядь, а я вас нет. Говна кусок. Так, ой, сори. Понажимал тут на все. Так, давайте глянем, что у нас тут творится. Я думаю, можно использовать аптечку. Так как у нас этих хватает запчастей. Так, хорошо. Давайте тогда в эту дырку лезем. Так, а где это мы вообще? Ага. Понял. Ну что ж, полезли, как кроты. Давай, Аманда, вся на тебя надежда. Малыш. Если ты уже победила чужого, то этих ты вообще подавно победишь. Так, так, так. Хорошо, давайте залезем в компьютер. Что там интересного? Итак, конфискованное имущество. Начало недели. Плазменный резак. 3 УРВ. О, тут что-то я найду, наверное. Ошибка аудио. Уэйт, это доктор Лингард. Ко мне поступила пациентка с... Я даже не знаю, как это назвать. С каким-то неизвестным паразитом. Я вбила имя в базу. Эта женщина на Севастополе не зарегистрирована. Судя по всему, на станции она недавно. Вы об этом что-то знаете? Я не понимаю, чем занимаются люди Синдлера и как такое могло произойти в условиях карантина. Кто знает, что еще они к нам пропустили. Пациентка ждет меня в смотровой. С ней человек, который ее привез. Немедленно приходите. Вот такие вот дела. Утилиты пусто. Вот, ну это понятно. Помните тот ролик, когда нам рассказывали, как они полезли в тот корабль чужих, и там на Туган присосалась эта присоска, ксеноморф. Я так вам, конечно, ее сюда привезли. По приказу. Или Вэлан Ютаник, или там еще какой-то чухни. Тут много у нас этой бюрократии. Это Рэнсом. Нам надо обсудить то, что случилось в госпитале. Да, ситуация жуткая. Понимаю, почему вы хотите разобраться с ней как можно быстрее и тише. Но я бы не советовал вам принимать поспешных решений. Давайте лучше поймаем существо живьем. Если обтяпаем это дело грамотно, можем озолотиться. У меня есть связи, Уэйтс, я все устрою. Живьем. В конце концов, вы уже не молоды. Что вы будете делать, когда Севастополь закроют? В общем, подумайте. Мой номер у вас есть. Теперь понятно, почему Уэйтс нас предал. Он в эту капсулу загнал чужого, и если что, эту капсулу всегда можно найти, и он там на борту. Офигеть, продумано. Ну, я еще там должен был быть, по идее, типа как завтрак или ужин для него, чтобы он продержался до прихода этих чепушил, которые ему предложили хорошие и большие деньги, насколько я понял. Так, это мы что у нас тут? Так, мы уже на месте, да, почти? Почти на месте. Да, мы уже на месте, почти на месте. Так, знаете, что бы я хотел? Я бы хотел сохраниться. А потом разобраться, что здесь произошло. Потому что я такой кусочек все-таки преодолел здесь территории. И не хочу опять начинать откуда-то, если что-то не то сделаю. Так, что у тебя тут, чувак? Так, мертвый вижу. Так, это понятно, какая тут лежала эта наша подруга раненая. Не знаю, что с ней произошло. Ага. Фотография этих дебильных роботов. Так, давайте сюда пойдем, посмотрим, что тут у нас есть. Так. Тут ничего интересного. Хорошо. Так. Так, в этой камере сидел наш знакомый, который рассказывал нам историю здесь. Мы взяли огнемет. Так, все правильно. Здесь что у нас такое? Не знаю, что... Не помню уже, что здесь было. Сейчас глянем. Так, ага, здесь было вот. Какое-то помещение. Клей взяли, хорошо. Так. И у нас есть несколько выходов. Ага, один ведет сразу в эту рубку.
Вижу, тут один какой-то живой у нас есть. Так, давайте зайдем в терминал, глянем, что тут есть в терминале. Так, первые ловушки больше нет. Мы остались без одной ловушки, взрывчатка, которую мы заложили в жилой башне, сдетонировала. Общая информация об арестах. Аудио ничего нету, утилит ничего нету. Понятно. Так, тут ничего интересного. Идем к этому чернышу. Рипли, они погибли. Да что ты говоришь? Андроиды всех перебили. Не понимаю, почему? Я не знаю. Помародерствуем. А вот Сэмюэльс может знать. При чем тут Сэмюэльс? Уэйтс отправил его к Аполлу. Надо его найти. Ты видел Тейлор или Марлоу? Нет, нет. Тут их тоже нет. Так, думаю, все ясно. Рикардо. Рикардо, я пойду за Сэмюэльсом. Ты тут разберешься? Мне нужны глаза и уши. Нет уж, я тут не останусь. Мне нужна твоя помощь. Ты можешь сесть за пульт и провести меня? Рикардо. Да. Давай, Рикардо. Да, я смогу. Будь мужиком. Закрой двери. Никуда не выходи и никого не впускай. Прикрывай меня. Я за тобой вернусь. Найти Сэмюэльса Сиксом. Хорошо, найдем. Нет проблем. Так, что это у нас тут? Это закрыто. На транзите в ночную медицинскую башню, да? Это тоже закрыто. Хорошо, значит, у нас тут один вариант. Так, правильно мы идем. Так. А, нам обратно надо вернуться сейчас будет. Ах ты, ёб твою. Так, он закрыл дверь. Было бы хорошо, если бы вот эта дверь бы открылась. Вот это. И мы бы сразу вышли, куда нам надо. Но этот кусок говна открываться не хочет, да, никак. Сука, теперь обходить такими десятыми дорогами придется. Да, это выстрел, чувак. А ты думал, что это? Так, топливо для огнемета это надо. А вдруг они вернут этого чужого с полета? Так, там мы были. Так, давайте глянем. Нам сюда, да? Может, тут что-то уже откроется еще, не? Да, нам только тогда сюда единственный вариант. Сейчас опять этих куча, наверное, андроидов. Я думаю, можно взять и шокер. Так. О, отлично. Что это тут всех загасил, да? И пошел себе такой, как ни в чем не бывало. Так, у нас есть 5 этих зарядов. Есть тут кто? Есть, конечно, малыш. Еще бы не было. Так темно, блин. Псы, как мы ему мордельник отбили. Ах, как я насладился этим эпизодом. Так, где это мы тут? Ага, мы все правильно вшли. Чё? Пройдемте со мной. Ой, а чё это он не шокирует? Пожалуйста. На, чувак, я тебя как потрясу сейчас, блядь. Вот так вот. Еее.
Захлебнись своей белой кровью, тварь подритузная. Спрятался он тут, слышь? Боже, он долго там будет помекать? Ага, видите, тут каждый раз надо, блин... Хотя я думал, что 5 зарядов он есть у меня уже включены. Надо пересмотреть, или тут никого нету. Не, вроде никого нету. Так, сохраняемся. Есть такое дело. Так, где этот наш любимый транзит? Ага, вот тут он. Его вот тут надо вызывать. Так, вроде никого нету. Так, что у нас тут? Все вроде... И огнемета много. Все, огнемет есть у нас. На всякий пожарный. Так, хорошо. Что так долго это говно будет ехать? Приносим глубочайшие извинения за перебои в работе транзита. Я вас не прощаю. Ёпта, ну сколько, мол, давай открывайся уже. Был бы здесь чужой, меня бы уже сожрали, наверное, пока этот транзит приедет. Вагон следует до научно-медицинской башни. Да, нам туда и надо. Погнали. На дробовик что-то мало патронов дают, я хочу заметить. Могло быть и больше бы патрончиков. Так, тут у нас автосохранение даже есть. Почти на месте. Даже уже, я бы сказал, на месте. Выход к госпиталю Сан-Кристобаль. Слышу. Вижу какую-то активность на терминалах в лаборатории андроидов на самом верху. Рипли, Рипли, мне это не по силам. Без паники. Ты мне нужен. Остаешься за главного. За главного? То есть я тут типа главный среди трупов? Нет уж нахрен. Соберись. Если Сэмюэльс урезонит Аполло, андроиды придут в норму, и все закончится. Понимаешь? Найти Самуэльсов Синтетик. Сохраняемся еще разочек. Тык, есть такое. Оп. Так, на лифте до Сиксон Синтетикс. Ёп, твою мать, еще на лифте. Кстати, а тут что у нас? Может, мы сможем открыть? Я уже не помню, что там надо было. Дверь заперта, понятно. Так. Так, ну тут мы уже были. Почему на восклицание здесь поставили центр управления транзитом? Не знаю. Короче, не будем терять время, давайте быстренько. Куда нам надо? Прямо, прямо и налево, и направо. Так. Тихо здесь вроде бы. Подача энергии. Нету подачи энергии. Так, давайте резаком здесь... Откроем дверку. Чик. Оп. Так. Так. И так. И вниз. Опа. И открылась дверь. Так, а что это у нас такое за помещение здесь? Мы здесь и не были, да, по-моему? Получается, что мы сюда еще не доходили.
Если оно здесь было закрыто, надо его обследовать. Отделение первое. А может и были здесь? Хрен поймешь. Что тут? Дверь закрыта, что там? О, использовать резак. Отлично. Конечно, да. Так. И вниз. Хорош. Ууу, открыли дверцу. Здесь кто-то спал. А чё же он... А, потому что... А нет, здесь дырок никаких нету. Куда же он делся? Капцы одни остались. Так, открыть же... Это Рэнсом. Я получил твой вопрос. Да, я был в архиве записей и намерен кое-какие из них расшифровать. Мне нужны старые бортовые журналы, которые попали на Севастополь много лет назад. Понимаю твое беспокойство, но не волнуйся. Я ищу форменное старье, набор сообщений, отправленных одним кораблем перед вылетом с Тедуса к Земле. Это не затрагивает ничьих интересов. Рипли просила отчитаться о том, что произошло с тросом, когда мы крепили груз руды. Отчитываюсь. Тут все держится на честном слове. Казалось бы, ради миллионов тонн руды заказчик мог бы прислать сюда кого-нибудь поинтересоваться. Не нужно ли нам чего? Если хотите, чтобы в следующий раз мы вылетели вовремя, на месяц ставьте Нострома в ремонтный док и платите нам все как положено. Паркер. Отбой. Паркер. Да, это там был один из ремонтников, по-моему. Они вечно там жаловались на мало денег, на всякую херню. Так... Так, 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 все, здесь больше ничего интересного нет. Ну, уже классно, что открыли сюда дорогу, вон. Труп, я так понимаю, в этом мешке. Так, от нам туда не надо. Все. Так, нам сюда. Так, ой, планета. Красота. Это, кстати, та планета с фильма «Чужой» и «Чужие». Можно еще раз на нее полюбоваться. LP-426, по-моему, она называлась, если я не ошибаюсь. Но я могу и ошибаться, конечно. Так, что тут у нас? Ага. А это куда ведет дорога? Ага, вход к персоналу госпиталя, так. Так, нам туда. А тут что у нас? Не открывалась дверца, да? Устройство не работает. А что у нас? УРД не может взломать? Или уровня не хватает? Или не задумано пока что там ничего делать? Так, Sigan Synthetics, да? Да, все правильно. Поехали. Делать их тихо в темном месте, эти предметы, иначе их всю слышат, как ты их делаешь. Офигеть. Так. А что же тут? О, я вижу какое-то тело. По радару пока никого. По шахте вверх до лабораторий. Понял. Сработала сигнализация. Лифты заблокированы. У меня такое ощущение, что андроиды Сиксон совсем не рады встрече с моделью Вейланд Ютани. И как мне подняться? Влезть через вентиляцию в шахту лифта, а оттуда в сервисный центр для андроидов. Понял. Смотрите, как чуваку тут, блядь. Как в первой части. Помните, тоже он хотел тогда Рипли, блин, свернутую
журнал засунуть в пасть. Но тут таки вышло у этого говнюка. Так, войти в терминал. Смит, прочти это. Понятно. Так, прогресса, форпост. Понял. Еще раз. Если найдешь, чем скрыть панель. Вот код. Я запишу себе его здесь быстренько. 8382. Вдруг забуду. Хорошо. Спасибо тебе за информацию. Так, чувак, я тебя, конечно, сочувствую. Так, умереть это жестоко. Так, давайте дальше посмотрим. Так, хорошо. Если я вскрою эту дверь, это куда ведет? К шахте лифта, да? Ну, давайте. Так. А, вот он, ввести код. Тут надо 8382. Так, тут все понятно. А что у нас здесь? Склад андроидов. Плевать, я на него хотел, на этот склад. Шприц нам не нужен. Так, все у нас вроде есть. Да. Давайте лезем сюда. Так. Где-то вылезли. В каких-то лифтовых шахтах тут входим. Эта лестница не упадет. Тут ничего нельзя посмотреть. О, патроны для револьвера. Так, лезем. О, есть хороший шмат лезть. За лампочка тут висит. О, как она тут сообразила. О, я тут чуть, блин, чуть не упал. Ёлки-палки, что это за лифты такие нежные? Давай, дорогуша, поднимайся, что ты уже, блин, вообще хочешь здесь сдохнуть, прожить такую часть игры, блять, и скопытиться мне здесь. Вижу. Как она разгоняется прям. Так, давай, подруга, работаем. Так, теперь мы короли этих всяких вентиляций. Чужого нету, мы крутые. Так. Ой, там что-то есть. А, сенсор нам и не нужен, хорошо. Как тараканы здесь лазим. Я уже думал, не откроется. Так, вроде ничего нету. Так, это мы добрались уже куда-то. Ну, куда мы добрались? Хрен его знает куда. Тут какие-то трупаки лежат. Я что-то думаю, что они еще могут быть живы. И это будет печально. А, что я говорил? Что тут по-любому эта жопа, блядь, живая, блядь. А этот чё? Ну, его разорвало надвое, но это ещё ничего не значит. Так, с этого даже ничего вынуть нельзя. Чувака. Рикардо, я на месте. Сюда андроиды приходят умирать. О-о-о. Приходят умирать? Чё-то новое. Прям как старики на льдинах. Во! А где голова? А. Чё, чувак? Может, тебя сразу усыпить? Так.
Окей, давайте сохранимся. Так, на всякий случай, блядь. Тряхнул его, думаю, блядь. Чем черт не шутит? Вот мне не нравится, что они тут все замерли. Как-то вот подозрительно, смотрите на эти дела. И этот тут тоже разлегся, сука. Умарите меня, блядь. Шо у вас столько здесь? Ребята, вы чё, блядь, тут устроили похороны уже, блядь. Так, а чё нам тут предлагают сделать? Так. О. Окей. Электричество пошло. И чё дальше? Всё равно темно, блядь. Охереть. Бля, куда тут идти? Я уже аж потерялся. Бля, подождите. Так, это мы отсюда пришли, правильно? Правильно, да. Так, сюда дошли, и здесь есть вариант сюда идти или... Тут есть какая-то дверька. Там дверь закрыта, но можно пойти глянуть, хотя бы что там. Головы нету. Но они тут дрались, походу, блядь, я так понимаю. Или побитые приходили и сдыхали здесь. А, здесь без фонаря не обойдется. Так, ну это мы тоже включим. Давайте хоть гляну, что тут. Так, терминал. Комната, так, перформатирование, так, это я понял. Говорит Рэнсом, официальный представитель компании Сиксон. Сегодня утром я обнаружил у себя в квартире андроида, а когда спросил его, как это понимать, он на меня набросился. Мне пришлось бежать из собственной квартиры. Я требую немедленно отправить ваших самых вменяемых техников к ядру Аполло. Пусть разберутся, что происходит, и сообщат мне. А, видите, они уже не первый раз тут кипишуют. Понятненько. Так. Есть такое. Это тоже тут дверь руку протянул. Дверь раскурочена. Не подобраться. Пройти через электродверь. Это что за электродверь? Ага, понял. А давайте там еще посмотрим, что было. Сенсор не нужен нам. Там было еще вот... О, дорога вот здесь. Что это такое? Так, тут ни хрена нам не надо. Тут тоже ничего не надо. Это что за дверь? Так, используем ОРД. О, е. Давно уже это не херячил. Так, открыли. И что здесь? Реально какой-то хлам. Удерживать и спрятаться. От кого спрятаться-то, ребят? Уже не от кого прятаться. Так, хорошо, все, идем туда, открываем ту дверь. Тут у нас больше нету никаких вариантов. И чё?
они предлагают делать-то? Давайте почитаем задание еще раз. Лабораторию андроида, чтобы добраться до пола, нужно найти его и помочь. Так, пройти через электродверь. Рядом враг. Какой нахер враг? Так, сохранились. Хорошо, давайте тогда подумаем. Пройти через электродверь. Каким образом нам надо пройти через эту дверь? Слишком высокий уровень энергии. Я понял, ну и чё? Что вы мне предлагаете сделать? А ну-ка, давайте посмотрим, что там компьютер скажет. Может, он нам что-то подскажет? О! Так. Давайте глянем. Так, это нам не поможет, уж точно. Блин, что делать? Давайте разные способы. Какой чистый зверь. Так, сейчас как вариант. Так, большой уровень энергии, да? Так, нам надо найти способ снизить ее. Так, 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 куда бы нам пойти? Так, вот мы о чем забыли, видите? Оп, это... здесь надо еще. Оп. Теперь я думаю, все окей. Биологическая угроза, уровень омега. Рассказать вам о технике, вам сюда нельзя. Что значит нам сюда нельзя? Все мне можно, чувак. Так. Шокер еще есть. Но сейчас надо быть здесь аккуратней. Блять, подозрительный тип. Так, вроде все спокойно. Так, какие варианты здесь? Установить подачу энергии. Бля, одни проблемы, я вам говорю. Тут как не идешь, все. Мне нужен доступ к Аполло. Немедленно включите транзитную линию. Транзитная линия Аполло только для сотрудников компании Сиксон и андроидов. Ясно. Значит, придется говорить с Аполло напрямую. Биологическая угроза, уровень омега. Все решения отозваны. У меня нет на это времени. Ух ты, смотри, какой он зверь.
Нихера себе, чувак. Да ты просто убийца дроидов. Смотри, меня он не видит с фонарем, да? Смотри, как кулаками забил. Так он, наверное, тоже робот. Точно он робот, ребята. Тут нереально так робота завалить. Так, хорошо, будем знать, что с ним шутки плохи, кстати. С этим, блин, чуваком. Так, найти Самуэльса. Хорошо, найдем сейчас. Так, вот мы уже куда-то и вышли. Нажать кнопочку, дверьки и откроется. О-о-о. Так. Взяли батареечку для фонарика нашего любимого. Так. Эту тоже загасили. Так, понятненько. Так, так, так. Зайдем в компьютер, глянем, что тут интересного. Так, планы на вечер. У-у-у. И последний шанс. Так, встреча в шаурме. Это вообще офигеть. Так, вот эти вот чуваки, которые стоят, реально мне что-то не нравятся. Так, патроны для револьвера. Я только шокером пользуюсь. Так, а там будет видно, что делать. Так, оттуда я вышел, но... Но вот эти ребята, конечно, стрёмные. Ой, блядь, не нравится мне это все. Подожди-ка, а. Из шаурмы? Ты что, нам обратно идти, что ли, получается? А нахрена мы вообще сюда приходили? Я херею. Просто ходим туда-сюда, блядь. Блуждание, блядь, в потемках. Так, может, нам не надо было сюда идти? Блин. Извиняйте, ребята, придется возвращаться обратно. Что-то я там, значит, не увидел. Так. Что-то я здесь не увидел. Давайте еще раз пересмотрим компьютер, может тут что-то появится. Так, она там закрылась, как-то есть кнопка на компьютере, да? В той шаурме.
Бля, ну нам какие-то, блядь, дебильные задания дают. Или я их просто не раздупляю. Чё тут делать? Кнопка есть, блядь. Запрись. Ну, может, я вот ту кнопку и нажал на той двери? А дальше я не знаю, что делать. Выброса, блять. Так, еще раз давайте подумаем. Так, тут я выходил, дверь закрыта. Может, вот тут, вот нам надо так пройти. И сюда, точно, наверное. Я тут просто сейчас других вариантов не вижу. Так что не зря мы возвращались. Ну, пересмотрели все в Херсе. Сейчас быстренько туда побежим и посмотрим, куда нас приведет эта дорога. Побежали. Так, шокер у нас есть. Батарейка к этому дерьму есть. Трашит его, блядь. Так, сохраняемся. Есть, сохранились. Так, давайте. Значит, прямо и направо. Ну, посмотрим. Сначала сюда. Вот сюда нам, по идее, надо было. Нет, сюда не хочет. Шастает там, блядь. Да, точно, это нам не сюда, это 100%. Так что выходим с этого. Это что-то я тут не увидел, и вот и все. Хорошо, давайте, наверное, в следующем видео уже решим эту проблему, что тут. Как тут выбраться с той шаурмы? Так, отлично. С вами был Олегыч, это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.